Вопрос заключается в содействии в строительстве школы по улице Левобережной в городе Ростове-на-Дону. Левобережный – новый микрорайон города. Его начали формировать в прошлом году. Уже сдан один многоквартирный дом. На очереди до конца 2025-го еще 12. На участке в 39 гектаров будут жить почти 8 тысяч человек. Так что планируется построить большую школу на 1100 учащихся. Вопрос по ней поступил на личный прием полпреда Владимира Устинова по поручению президента. Василий Голубев рассказал, территория активно застраивается, деньги на школу обязательно будут. У нас в бюджете, который мы примем 14 декабря, заложены финансовые средства, начало строительства практически сразу с начала года, с завершением в 2025 году. Я хочу поработать, но это с подрядчиком. В некотором смысле мы попробуем, от него это зависит, все-таки к 1 сентября, но надо мне с ним проработать. Стоимость строительства около 2 миллиардов 200 миллионов рублей, где область выделила больше 2 миллиардов. По плану строительство новой школы в Левобережном начнется уже в марте. Заявителям спасибо большое за обращение. Будем смотреть, чтобы все было исправно. Спасибо большое. Владимир Устинов поручил представить доклад о выполнении задачи до 30 декабря 2025 года. Юлия Сурикова, Галина Белоусова, Андрей Токарев, Тагир Фатахов, Первый, Ростовский.